Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня тест новой героини уже на максималке. Я вам показывал разные сборки. Я прокачал ее на максимум. Сейчас единственное, что мы добьем ей скилл и пойдем тестировать одной из сборок. Я вот читаю комментарии и всегда улыбаюсь. Герой не тащит, ее сливают. Она ничего... не то, немножко открыл. Она ничего не может... еще какую-то фигню. Для того, чтобы герой тащил, надо сначала прокачать разные сборки. Это первое. Потом, чтобы посмотреть... Так, сделал немножко музычку погромче. Чтобы посмотреть, какая сборка будет лучше, надо перетестировать их пару раз, несколько сборок. Герой уникальный, герой офигенный, и не знаю, никто меня не убедит в том, что герой не тащит. Герой как раз таки тащит. Он на сегодня самый топовый из донатных благодаря своим умениям, своему дамагу. Если он уже сливает огника на легке и Фрею, это уже показатель того, что он намного круче, чем остальные. Да, он не будет сливать барда, возможно, это опять же надо протестировать. И возможно он не будет сливать оккультиста. Их слить сложно, потому что у них имбалансное просто умение. Какой бы там дамаг не был, он будет превращаться в отхил. Поэтому не стоит поэтому как бы сравнивать героя и делать какие-то выводы. Все как бы зависит больше от командной игры, скажем так, то есть все зависит от того, как герой будет себя показывать в командных локациях. А этот герой в командных локациях будет просто бомбическим. Самое интересное, я еще протестирую, покажу вам одну тему. Многие ребята спрашивали по поводу того, будет ли работать ограничение. Сейчас мы до этого дойдем, я вам покажу. Потому что у Мэри, которая бьет сверх ограничения, точно так же, как и этот герой, то есть это два героя, которые реально просто улыбают во время своего выхода. Понятно, что где-то там плюс-минус этого героя могут сливать, но разные сборки есть, разные вариации для этого. Сначала надо определиться, где вы хотите этого героя использовать. Так. Вот такая вот у меня сборка, она собрана на точность, это не уклонение, это именно точность против уворотов, потому что большинство у нас топов собирают, и большинство ребят сейчас собирают все уклонения. Так, отлично, чаем дальше. Интересно, сколько 14 скилл дает? Ну, то есть мы сейчас как раз таки на максимум прокачиваем. У меня было там 39. Подвисает. Давай, не тупи. Просто жесть какая-то. Смотрите. Не дают качать. Наконец-то пошло дальше. Да, видите, с 10 по 14 свыше 1000 дают. Неплохо. От каждого героя еще сверху за прокачку. Все, максимальный уровень, относительно максимальная атака, суперсила плюс 65%. Факт 240%, конечно, входящие сейчас нас будут просто разваливать. Для этого стоит подашка, которая будет ограничивать. Ну, вот такая вот сборка, плюс здесь дрога, которая тоже будет дамажить. Первое, ребята, многие спрашивали по поводу, работает ли ограничение. Если зайти посмотреть у Мэри, это моя Мэри. Вот она. У Мэри есть в описании
только боссы, то есть по боссам не дамажит, то есть не бьет свыше. Except for damage limit, limits of bosses and reflected damage limits of heroes. Что это означает? Это означает, что она не пробьет там архидемона. А у этого же героя этого не прописано. Просуммируется Валькирию, наносит нормальную атаку, юзит скилл, понижает крит на 76%, это дофига. Также наносит 160% 16 раз, cooldown 3 секунды, increase attack увеличивает скорость атаки, имеет иммунитеты. Также накидывает, по сути, каменение, молчание, то есть обездвиживает этих героев. Они нифига сделать не могут, только скиллы включить. Так, ну автопрокеры, по сути, будут работать. Получает на 70% меньше дамага и восстанавливает 10% от максимальной жизни каждую секунду. Так, чтобы вы понимали, блин, это дофига. 10% это седьмая обряд лечения. Если же брать, давайте я в рейды уже забежал. Что-то немножко... Тупит. Вот, нормально. Такая сборка, она не будет канать против топовых героев. Нифига себе, а что это нули у нас проходит? Вот, все, ее ушатали. Никогда такая сборка, не судите по сборке, это ПДшка, пакт, это на сегодня не актуальная сборка для многих героев. Без уклонения, без супер питомца, здесь у нас сейчас супер питомца нет, вашего героя будут просто ушатывать. Как бы вы старались, не старались, он просто ватный. Но вот, пожалуйста, вот вам, вы видели только что Зефира, но его убили другие. То есть это то, о чем я говорил, что будут убивать остальные герои, как и всех остальных героев, неважно, донатный, бездонатный, это не работает, это работает абсолютно для всех. То есть если вы будете делать сборку на атаку, она на сегодня не особо актуальна. Но Зефир просто, ну, отлетел. То есть если один на один, давайте еще разок на максимальном вернемся к моему твинку, а потом я сделаю вам топовую сборку на деф. Вот. У меня 30-й зефир тоже. Смотрим. А, тут и 30-й зефир. Мы его сняли. Вот, кстати, заодно и посмотрим. Феникс сможет выжить в таком варианте? Или нет? По идее, он ее замораживает. Она не может дамажить. Интересно, сможет ли она включиться хоть раз и его ушатать под скиллом своим. Ну, видите, то есть есть такие моменты, когда героя реально сложно убить. Я не знаю, или она сейчас оккультиста тоже сможет слить. То есть это не то, что герой там имба не имба. Нету, у нас мы оккультиста убрали, я же вообще всех убрал. Ворожея, допустим, то же самое. Было сложно слить, но сейчас вот просто две тычки и до свидос. Посмотрите предыдущий видос, не убивался он, но с прокачкой убивается. Сейчас мы еще, я потестирую, зайду на второй аккаунт, повыставляю тех же героев, посмотреть, думаю, будет интересно. Поехали на подземке. Самое интересное, многие спрашивали на подземках, как насчет лимитов. Вот, например, дерево унесло, хоть оно было под черепом, под скиллом, по этим, по боссам, вот смотрите, 60%, то есть нифига не поменялось, они просто этого не прописали, возможно, в следующем обновлении пропишут, но что-то последнее время, вот реально, я заметил, что они пишут и дают недостоверную информацию. И многих героев, как оказывается, надо совсем не так собирать, то есть там есть свои нюансы. Вот, видите, раз, два, три и все. Такой вариант, ну, я не знаю, это такое. Это, возможно, такой вариант потестировать в запределе, например. Там мы будем тестировать, оно на сегодня закрыто, но я надеюсь, послезавтра оно аж будет, мы там тоже потестируем, посмотрим. Не работает. То есть максимальная атака на сегодня, она не актуальна. Да, здесь атаки дофига. Там Фрей и там прочие, я не знаю, сейчас найдем.
надо найти так, чтобы по краям стояли. Они просто будут отлетать. Точно так же, в принципе, как от Мэри, хотя Мэри не настолько имбалансная, как эта. О, отлично. Ну, сейчас будет ей прилетать по полной тоже. Вот видите, она еще один минус. Она вот, если есть... Нифига себе. Как вам такое, ноли пролетают? Вот, он ушатал. У нас, по сути, это отражалки, по идее, идут от этого. Просто тупо ноли. То есть это, по сути, тот же самый неуяз. Здесь активируется он отражает, плюс ее умение, плюс пакт. Вот вам, ребятушки, просто тупо неубиваемый. Ну, несколько секунд, конечно же, герой. Смотрите, дрога сейчас активируется, и вы видите нули. То есть нули, нули просто. Дальше, когда дрога пропадает, насколько он действительно крутой питомец, то есть пару секунд с дрога, герой просто неуязвим. Ну, а потом, как обычно, как все герои, вот видите, опять нули. Только дрога сейчас пропадет, вот все пропал, пошел дамаг входящий. Вот опять дрога, опять нули, она себя хилит уже. Ну, не знаю, прикольненько. Не знаю, как будет дальше, но однозначно я ее перекачаю на другие показатели. То есть я сделаю однозначно не такую сборку. Такая сборка, это ПДшку можно поставить, там пакт, это если вы в запределе там идете, там у вас есть этот герой, вы ее фармите. Хотя если у вас есть этот герой, вам то запределе нафиг не надо. Ну просто жесть, посмотрите, нули. Жесть. Что-то пошло не так. То есть пока работает этот от Дрого, герой вообще дамага не получает. Так, отлично. Вот Зефир. Фига себе. Ну вот, вот, пожалуйста, вы говорили, там она не тащит. Зефир просто разлетается. Ну, наверное, точно так же, как и от Мэри. Вот Фрея. Пошли отражалки. Все, дальше Фрея затоптала. Дефа нету. Ну и Фрея наполовину слилась, и это наполовину. Для такого героя надо совсем другая сборка. Такая сборка, даже суперсила, я не знаю, в ней смысла нету. Герой и так дофига атаки. Лучше священный суд, дефный вариант. В общем, этот вариант у вас тоже будет. Поехали, я сейчас соберу на втором аккаунте, перезайду. Мне интересно посмотреть против того же самого оккультиста моего, там где есть огненка ЕСО. То есть, по сути, ее скилл надо, опять же, IGG на это обратить внимание и правильно записать. Ограничения она, ну, никак не игнорирует всех остальных. То есть, она точно такая же самая, как и этот. Как и Мэри. Один в один по скиллу. Поставлю сейчас Огника. Поставим Фрею. Давайте Фрея. А, Фрея, кстати, там писали, что Фрея. Ну, я тестировал ее без эмблемы. Давайте ради интереса Фрею с выживанием сделаем. Посмотреть, сколько нулей будет. Так, ворожай, понятно, у нас улетел. Ставим сюда Зефира еще. И оккультиста. Барда у меня тут пока, к сожалению, нету, но я думаю, ради этого я тоже сделаю, здесь его прокачаю, потому что его до сих пор не пофиксили. Ну просто, блин, я не знаю, Зефир с одной тычки отваливается. Даже Мэри, как по мне, она не настолько дамажит. А тут получается дофига дамага именно Мэри, она может ударить там один раз, то есть у нее не такая скорость атаки, а тут скорость атаки бешеная, куча атаки и просто, просто на один удар.
Так, есть. Есть, поехали. Тот же самый вариант. С выживанием смотрим. Если попадет, видите, нули проходят. Что это за фигня? Вот объясните мне. Друга что, неуязвимость дает? Ну просто нереально. Ой, блин, я выпустил уже остальных. Просто какой-то бред. Секунды. Ну это однозначно подрога. Просто тупо неуязвима, ребят. Не то, что она реально неуязвима к любому дамагу. Вот Лис есть. Зефир. Смотрите. Вот под умением. Видите? Вот только пропало, сразу же начали атаковать. То есть 4 секунды героя реально хрен убьешь. Просто бредняк. А ну сейчас я выберу. То же самое. Я вот не могу, я что-то не могу понять, что не так. Это однозначно дрога. Вот смотрите, только дрога появился скилл. Вот пропал. Бред, блин. Вот реально полный бред. Ну, в общем, дальше до теста мы будем дальше тестировать. Поехали. Я хочу дотестировать против... Ну, в атакующей сборке против других тех же самых героев. То есть надо нам на Зефира напасть. Вот видите, такой вариант не катит. Я сливал вообще просто героем непрокачанным, и тут с прорывом он нифига сделать не может. Поэтому я же говорю, не судите по этому, по сборке. Надо правильную просто сборку героя сделать, и он будет красиво убивать. Вот. Два ляма вылетело только так. С одной тычки 30-й может улететь. Так, поехали. Нам интересное самое здесь. Ну, как видите, здесь без варианта просто. Он отхиливает, превращает 150. Сколько мы, интересно, отхил у нас? 150. Значит, у нас лям 500 жизни в такой сборке. Ну, такое не особо много. Он не убьет. Барда тоже не убьет. Даже с дамагом топовым. Чисто против Зефир, Фрей и Огников. А вот дамаг по Огнику. Вот тоже обраточка прилетает. Видите, все-таки сборка очень много решает. Атакующая сборка, к сожалению, немножко не то. Так, где там у нас еще есть боссы с ограничениями? Вот, смотрите, нули. Дальше просто слив пошел. Так. Давайте где-то на командные. Я уже даже не помню, где там. Третья лава. Или даже не лава, давайте на мессу просто сбегаем.
Вот, 35к таки осталось, эти, как видите, обездвижены, они нифига сделать не могут. То есть не работает. Надеюсь, они починят, подправят, потому что это реально, это надо писать сразу перед тем, как люди это выбивают. В общем, ребятушки, такой вот тестик на максимальную атаку просили, показал. Это не актуальная для этого героя сборка, поэтому, у кого есть такой герой, не тратьте зря ресурсы. Бессмысленная сборка. Да, она классная, но она классная будет для запределья, для некоторых локаций. Но тащить везде не будет. То есть сборка собрана на максимальную атаку. Как и на всех остальных героях, просто не актуальна. Вот. Поэтому вот такие вот дела. Ждите следующий видосик с прокачкой уже топовой. Я надеюсь, я покажу вам, как этого героя слить, не слить. Сложно, не сложно будет. Попробуем собрать что-то универсальное. Но герой на сегодня довольно-таки классный. То есть против определенных героев в определенной сборке он просто тупо офигенный. Понятно, он, как и другие все герои, не убивает имбалансных. Это Барт, оккультист. Но я думаю, скоро IGG нам что-то интересное другое выпустит, и мы будем опять трешевать. Ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.